социальные сети в помощь изучению крипторынка. Анализ, проведенный ботом проекта CryptoWatson, показал, что самыми упоминаемыми криптовалютами в Твиттере являются биткоин, Waves, Ethereum и Ripple. Биткоин упоминается в Твиттере в среднем 3161 раз в час, Waves 1491, Ethereum 1407, а Ripple 1030 раз в час. В основном количество запросов зависит от числа новостей о криптовалютах. Развитие криптоиндустрии требует разработки и внедрения инновационных подходов к анализу и работе с транзакциями в цифровой сфере и расширению площадок обработки информации.